Всем привет! Сегодня 1 января, обед. Мы решили поехать погулять в Бор. Бельчонок наш вообще не в таком нетерпении сидит. Она уже искулилась. Ей надо уже бежать на улице гулять, а мы еще, скажи, в машине только едем гулять. На улице минус 4. Да, на улице сегодня тепло, минус 4. Мы думаем, что мы сегодня прям нагуляемся вообще вдоволь. И Бельчонок, главное, нагуляется так, чтобы денек хотя бы проспала целый день от усталости. А? Нагуляешься? У нас в Бору такое приличное расстояние от начала, от входа до... У нас там есть такой знак, крест большой. Вот. И до туда, чтобы дойти, ну, такое очень приличное расстояние. Не знаю, сколько по километрам, но идти прям прилично долго. Вот. Мы планируем туда-обратно прогуляться и надеемся, что Бельчонок на это время нагуляется. Оли вряд ли будет все это время ходить, скорее всего, попросится на руки, но Бельчонок, надеемся, набегается. Вот слышите, как она скулит? Ей надо, надо на улицу бежать. Что это за дела? Почему я еду в машине, а не на улице бегу? Бельчонок, ну, тебя бы на рулетку пристегнуть, чтобы ты за машиной бежала. Ой, капец, сколько нетерпения. Мы вас еще раз всех с праздником поздравляем, уже с наступившим Новым годом. Желаем вам всех благ, всего хорошего в Новом году. У нас уже третий день, снег идет, и на дорогах у нас прям каша. Хотя, в принципе, чистят дороги. Но все равно за ночь выпадает столько снега, что прям каша на дороге. У нас то минус 30, то минус 4. Да, вот сейчас стояли на градуснике, было минус 2 в центре города. Мороза нет, снег идет сразу же, все засыпает. Видимость, видите, какая плохая. Подъезжаем к мосту, но тот берег вообще не виден. Мы-то думали, что сегодня 1 января, и народ еще спит. А вы посмотрите, сколько народу в Бору. Так, наверное, дети припаркуются. Таких же мечтающих погулять, как и мы. Я так думаю, что там с краю, наверное, лыжня, и там идти будет, наверное, неудобно. Не снимай, папка. Ну скажи, как по сугробу ходи. Бельчонок. Бельчонок. Скорее. Ой. Плавалилась. Достать не можешь. Плавалилась игрушка. Ух, куда она ушла. Скорее. Красиво здесь все. Роняет, а? Сосны у нас. Все в снегу. Так, много снега. Пошли. Люди проходили, говорят, много здесь собак сегодня гуляет. Оли. Вот что у меня есть. Иди сюда. Иди, на. Ох, сугробы, скажи, девчонок. Ой, выше меня. Да, вот так она умеет. А здесь можно присесть, отдохнуть, спрятаться от жары. Вот контейнер даже рабочий у нас. Снега, конечно, много в этом году. Ты же как высоко. Давай, вылазь. Молодец. И что такое у меня тут? А снег осыпается. Так. Вот такие тут друзья ходят еще, да? Ага, какой красивый. Ну иди понука, если он не боится, ты весь. Да. Тут сам-то как бы уже трясешься уже от вида. Да, кто там? Ага, какой красивый, да? Все, понуха. А ты что скулишь? С твоим характером нельзя. Зуба, не зуба. Ты что, знакомик?
Ага, интересно. Не, у меня добрый, он так не обидит никого. Ну а ты боишься? Боится, он, а наши боятся, да? Да. Она на всех просто лает. Она с собаками не. Да, она не общается, только вот с матерью своей живет, а на всех она лает. Ай-яй-яй. А сама трясется от страха. Он там еще. Ты моська, ты должна быть. Ага, сегодня собак много. Сама трясется и скулит. Наша он. Вон там еще одна собака там. Еще пекинес там идет. Да, вон носки, друзья, тут. О, она тут катает собаку. Ага. О, скользя, а ты на мне катаешься. Да. Ой, сколько. О, смотри, как побежала собачка. И катит, не то что ты. Скажи, цепля, я тоже тебя прокачу. Скажу, да, во мне дури-то. Пойдем. Что такое? Ага. Беги, беги. Всех маленьких. Куда? Куда? Нельзя. Быстро, быстро. Иди сюда. Дума. Сидит. 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 Ах ты жопа. Маленькая, а смотри, куда лезет. А? Да тебя там лапы одной пригрохнут, а ты... Не, правда не обидит, но она не подходит. Съест и все, да? Он аккуратнее, он даже там лапами не ударит. А это дурочка, она ей хочется и боится. Ну, сиди, познакомься. Ну ладно, ты что такая дурочка? Нельзя же, она смотри с тобой как ласка. Кто кого испугался сейчас? Я сама их боюсь. Да ну. Больших. Видишь, какая добрая, а ты? Ну, ты древняя порода, она и не. А ты у нас какая злая. Ольга сидит, помалкивает, а ты. Ну что, наидобрейший. Ага. Наидобрейший он. Тебе лишь познакомиться. Да, Коза, я люблю знакомиться. О, сколько у тебя шубки-то. Три. Как сколько у тебя шубки-то? У нас вот это 3 года. Сколько у тебя шубки? Ух! Какая хорошая собачка. Да. Вот такая. Да, ты злюка. Сама трясется. Боится. Они по природе добрые, они сами по себе. Эти-то тоже добрые, но она собак пока что. Боится. Да, здесь, пока здесь что страх. Не признает собак. Здесь уже это страх, уже не агрессия. Смотри, какой добрый. Медвежонок. Ага, чуть-чуть от снега отличается только, да? А ты рычишь. Ну, вот смотри, какой добрый. И хочется, да. И хочется познакомиться. И страшно, жутко. Жутко страшно. А это злится, смотри. Вот так она. Ага. Вот так она. А ему интересно. А это с рук просится. Смотри, запела соловьем. Иди сюда. Иди ко мне, иди. Иди сюда, иди. Иди ко мне сюда. Иди. Дай пройдут люди. Иди. Подожди, вот видишь, фотосессия. Слушай, сними собаки. Ну все. Да ладно, скурить. Иди, беги. Где игрушка? А вот здесь. Шуруй, все. Спасибо большое. Ой, да как... Спасибо большое. Счастливо вам. С Новым годом у вас. Так, а мы дальше продолжаем прогулку. По просьбе наших девчонок мы делаем пробежку. Ну, в общем, идти нам еще далеко. Футболе там далеко еще. Мы, наверное, половину прошли. Мне кажется, даже еще половины нет. Уже идем, может, минут, наверное, 20 идем. Беги. Ну, правда, не быстрым шагом, конечно, и не бегом. С остановками, да, было? Было у нас любит полаять.
На каждого она лает, каждого облает встречного. Иди сюда. Пошли. Ой, погода сегодня вообще отличная. Солнышко вон. Смотрите, солнышко. Вот какое красивое солнышко. Солнышко. Так, немного художества добавим в наше видео. Свет такой контровой здесь. Желта. Борт длинный, очень длинный. Я не знаю, сколько километров. Можно будет дома под Ульгис замерить. Ну, прям тут очень много километров. Прям идешь, идешь. И народу, смотрите, сколько. Народу, наверное, больше, чем на нашей площади. Советов с елкой за 18 миллионов. Здесь реально можно собаку отпустить. Вот если в округе нету рядышком собак, то можно отпустить. Они рядышком будут бежать. Очень много людей вот с палочками ходят. Вообще здесь воздух чистый. Красиво. Гулять в Бару, конечно, одно удовольствие. Очень жаль, что он у нас далеко. Нам приходится до него ехать. Так, кто приезжает на трамвайчике погулять, здесь поднимается и гуляет. И так как хочет покувыркаться на снегу. Вот здесь удобно ходить. Они идут по тропинке. Некуда бежать. Да, и в сугроб ни одна из них не полезет. В любом случае, идут рядом с тобой. А еще бельчонок обратно идти. Обратно Олька обычно у нас уже не идет. Она уже едет на руках. Обратно бежать и то по сугробу. Ага. Если сзади только самоед будет бежать. Вниз мы точно не пойдем. Я уже не поднимусь. Вот с плюшек катаются ребятишки вот с такой здоровенной горы. Молодец, модель какая. Сейчас белку увидели, Маша стала снимать на фото. Вот мне нравится, вот белка идет рядышком. Вот она. Вот моя нога, вот я иду, она не убегает от меня. Ну что, мы потеряли маму Оливию. Где она? Вон, мама, иди, беги. Так, а там еще у нас какой-то друг. Какой-то друг у нас там нарисовался. Нет, пусть она уже бежит, уже немного осталось. Ничего, ничего, на пенсии отдохнет. Пойдем. Пошли. На обратном пути Олька обычно уедет уже на руках. Она тяжелая, я ее в сумку. Чтоб весь в сумке был. А вон там друг у нас сзади еще нас охраняет. А Белка вон идет, пока она друга не видит. Если увидит, она будет лаять на этого друга. Ага. Пошли. Ну вообще Белка устала. Белка устала. Кто там у нас идет? Кто там идет? Тихо! Нельзя! Ну, иди познакомься. Вот видишь, он даже и не грубный. Тявкать-то готов. Так, куда? Куда за ним? Куда? Ну-ка, иди сюда. Белка. А, Белла? Белла? Да, уже обратно идем, уже скоро выйдем обратно. Вот видите, ребятишки идут, она уже не реагирует никак, не лает.
Поэтому если собака ведет себя плохо на улице, если не слушается, если она лает, кидается на всех, просто почаще гуляйте, да и все. Именно в людных местах. Вот люди здесь подкармливают птиц, белок. Кормушки везде стоят. Мы в следующий раз тоже возьмем с собой семечки. В этот раз забыли. Но, в принципе, кормушки, они не пустые все здесь. Люди регулярно подкармливают. Много здесь белок. Вот там впереди еще, по-моему, спаниель. Иди понюхай, хоть познакомься. Нет, скажи, что-то не хочу. Прячусь, прячусь. Бочком, бочком. Не кинется? Она может, мы поэтому ее и держим. Поэтому. Не повезло нам познакомиться. Говорят, что она может кинуться. Спаниель. Вот, смотри, смотри, кто там. Конечно, у вас. Вот такая у нас была прогулка сегодня. Я надеюсь, вам было интересно с нами погулять. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще много интересного. А на сегодня у нас все. Всем пока!